Нежнейший шоколадный бисквит со сливочной начинкой никого не оставит равнодушным. Это пирожное пришло к нам из Америки и заняло достойное место в кулинарных книгах многих хозяек. Попробуйте и вы. В приготовлении этих пирожных нет ничего сложного, а вкус получается просто фантастический. По желанию, сами бисквиты можно немного пропитать сиропом, тогда пирожные получатся более сочные. Угощайтесь! Сливочное масло – 100 грамм. Сахар – 100 грамм. Яйцо – 1 штук. Мука – 150 грамм. Какао – 60 грамм. Молоко – 100 грамм. Сода – 1 щепоток. Сливки от 33% – 200 мл. Сахарная пудра – 1-2 столовые ложки. Количество порций – 6-8. Для приготовления теста взбейте мягкое сливочное масло с сахаром. Добавьте яйцо, молоко, муку, соду и какао. Тесто получится достаточно густое. С помощью кондитерского мешка сделайте небольшие лепешки на противне для выпечки. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 5-7 минут. Для крема взбейте сливки с сахарной пудрой. На один бисквит отсадите крем. Накройте второй половинкой, дайте пирожным постоять в холодильнике. Приятного чаепития!